Война соседей от слов перешла к делу. Женщине, которая выступала против парковки возле дома, испортили автомобиль. То, что это сделали те, кто хочет поставить стоянку, прямых улик нет. Но машину автоледи испортили после скандального интервью, где она заявила, что организовать парковку под домом не получится. И вот, видимо, ей отомстили. Вот так теперь выглядит иномарка одной из жительниц. На лобовом стекле следы от ударов, а окно с водительской стороны полностью выбито. У меня пробито стекло. Что это, пистолет или молоток, устанавливает сейчас эксперт в полиции. Также у меня выбито водительское стекло и прорезаны все 4 колеса на автомобиле. Хозяйка авто уверена, так мог поступить один из соседей. Она признается, мужчина не раз ей угрожал. Напомним, товарищество собственников жилья разделилось на два лагеря. Причиной конфликта стало строительство парковки во дворе элитной многоэтажки. Это именно расширение, увеличение парковочных мест. Согласно проекту, подготовленной аккредитованной организацией, 62 человека за этот проект, 10 человек против. Противники стоянки объединились в инициативную группу. Они утверждают, строительство парковки рядом с детской площадкой противоречит санитарным нормам. Законных оснований по благоустройству территории на сегодня нет. Я считаю, что эти мероприятия все преждевременны. А сюда просто закапываются деньги. И когда мы обратились по решению нашего конфликта по двору, он не представил документы. Не исключено, что вместо ругани соседи решили действовать по-другому и стали мстить несогласным. Сейчас полиция выясняет, хулиганы или члены ТСЖ могли нанести повреждения автомобилю. Оксана Кравцова, 31 канал.